Всем привет! Сегодня 5 апреля, и мы едем испытывать новые колеса. Колеса 40 дюймов Goodyear Wrangler MTR. Ну и заодно испытаем УАЗик, как он выдержит такие колесики. Как уже видно, он едешь как на автобусе, то есть примерно такая же посадка. Вот так вот мы теперь смотримся на дороге. Стоп. Вот так вот, если посмотреть, очень похож на игрушечный автомобиль, правильно? На детский джипчик. А едем мы практически в те горы, где остался снег, потому что мы хотим испытать именно снегу. У самого подножья вот уже начинается снег, и приходится уже спускать колеса, что сейчас мы и сделаем. В общем, вот спускаем немножечко колеса, первый раз проверим, как это будет выглядеть. Причем на глаз. Да, на глаз. Надо бы узнать давление. Давление потом померяем. Сейчас пока это вот так выглядит. Немножко проехав, встречаем вот отчаянного мимовода, который на Шевроле довольно-таки далеко заехал. Но вот немножечко встрял и боролся. Мы его решили помочь. Ручным способом не получилось, поэтому мы его выдернули машинным способом. Ну, я только вот снять могу. Да, вот фото на память. Классно. Продолжаем наш путь. Скоро у нас остановочка, и Серега расскажет первые впечатления об этих вот колесиках. Привет, честной народ! Выехали мы на 40-х колесах первый раз. Решили вот тут остановиться, попить чайку. Спасли Нивовода, не я, у меня налито. Спасли Нивовода на Шевроле Ниве. Человек под впечатлением, под страшным, не знаю, там сколько фотографий сделал, пока я разворачивался, уезжал. Ну да ладно. А смысл какой? Первое впечатление. По трассе нормально. Не шумит, даже ощущение такое, что чуть потише Гудриджа. Вот. Плющится прекрасно, но я пока не знаю. Вот даже без манометра боюсь сказать, какое примерно. Ну, думаю, 0, где 0,5, где 0,4. Дальше пока спускать не то, что боюсь, да тяжело рулиться. Вот. Как бы, что еще? Ну, едет за счет того, что лепешка больше. Как бы тут сейчас говорить о том, что Гудрич плохой, а Гудьер хороший, как бы никто не будет. Смысл такой, что Гудрич тоже 40-й бывает. Как бы сравнивать надо 40-й Гудрич с этими колесами. Но тут лепешка, конечно, большая. И снег тяжелый такой, сырой, и как бы и проваливается. Не знаю, едет. Блокировки я даже не включал ни разу нигде. Пока еще. Что там еще? Ну, в принципе, все, наверное, да? Сейчас поедем дальше. Да, сейчас поедем дальше. Там снег глубже, и машины зимой не ездили. То есть снегоходы ездили, но сейчас ну, мы туда ездили, на Гудриджах, мы туда ездили до полянки. А мы попробуем чуть подальше, попробуем проехать. И посмотрим. Ну и немножко снимем кино, может быть. Все, ждем дальше. Я бы сейчас, конечно, очень хотел рассказать, что мы все проехали. Везде весь метровый снег. Везде вдоль и поперек, но вот это была бы, наверное, неправда, потому что вот
без вот этого вот товарища впереди с веревочкой, который автомобиль тянет. Но никак, никак не проехать. Вот такая обычная ситуация. Машина одним колесом проваливается в колею, и хрен выберешься. Причем вот прикиньте, колеса сороковые. Вроде чуть-чуть надо. Вот если сейчас подкопать вот под левое колесо, возможно, она выйдет. Но в данный момент мы вот видим, как бы не очень выезжает. Вот зеркало. Ну вот так вот едем, пока держит нас, пока не проваливаемся. Вот так вот красиво катимся. Давай чуть назад, мы проверим кевлар. Не, шучу. Давай назад и еще раз, и ты выедешь. Иногда встречаются такие пенечки, которые фиг объедешь. И можно, в принципе, не заметив его, порвать, спокойно порвать покрышку. Стой! Уперся нормально так. О, выдернулся, прикинь. Ну вот, как видно, автомобиль едет на включенных блокировках. Мы думали, что получится не включать блокировки, что хватит сцепления, спущенных колес, вот эти бублики спущенные, там такие лепешки, должно хватить сцепления. Нет, не хватает. То есть поэтому едем на блокировках, и передняя блокировка, и задняя включена. То есть обе блокировки блок спорт принудительные. Усиленные полуоси, то есть вот на них одна надежда. То есть, но сам блок спорт, он заявляет, что держит до 37-х колес, а здесь уже 40-е, то есть перебор. Thank you.
Снег настолько глубокий и рыхлый, что рано или поздно все заканчивается разматыванием лебедки. То есть без лебедки никуда, нигде и колеса вас не спасут. Вот эта вот бедная многострадальная лебедка всегда спасает. Ну, кстати, и момент, где видно, что без включенной блокировки даже такие колеса, спущенные колеса, они будут проворачиваться. То есть, одно колесо встанет в итоге. Крутится одновременно. Оп, все. Серега, ты блокировку выключил? Да. Все. Ну, выезжай просто, да? Не. Да. Саня, я не специально тебе. Ну это полуось, Серега. Полуось, думаешь? Это не сзади, спереди, непонятно, да, пока где? Мне показалось сзади щелчок. Короче, надо вытянуться, а потом посмотрим. Левая прокрутилась, правая стояла на месте. Нет. Я видел. То есть левая, правая стоит, левая тык вперед. Пока да. Да. А потом, ну, на трех колесах здесь и на лебедке, а там, если повезет, на передке. Саня, все, пускай надо.
если бы это было узбула, то тогда он не крутился. Механизм блокировки с той стороны, да? Еще надо, Саня, блокировку. На трех колесах не поедешь, если на двух. Никак не поедешь, если бы то осталось. Понимаешь? Ты понял, нет, у нас, помнишь, ломалась этот механизм блокировки, когда на полуось передок, когда развалился, завод бустер. Да. Полуось-то обе целые были, а механизм развалил. Чего они скажут, интересно? Саня, мне не в том дело, вот честно тебе скажу, кто виноват, что я просто боюсь, что так ездить на таких колесах. Скажут, нельзя, все, и ничего сделать. В общем, ситуация такая. Задние колеса теперь у нас отдыхают просто. Сломалась полуось там, где включается блокировка. Товарищи. Так что, как сейчас будем выезжать? Заезжали весело и выезжать будем. Думаю, весело. Сейчас я покажусь, я скажу, что, простите. В общем, скорее всего, я сегодня уже видео не буду снимать. Потому что мы как бы хотим дома покушать, душ принять и все такое. Можно, конечно, утром умыться снегом, но что-то охота домой. Поэтому мы будем вылазить потихоньку сейчас. Лебедкой там, всякими главное, разными способами. Главное, чтобы лебедка выдержала еще. Да, вот главное, чтобы лебедка выдержала. Бедолага, потому что сейчас ей достанет. Снег очень тяжелый, глубокий, там до метра. До какого метра? Больше, да, наверное. Больше метра. То есть, скорее, если слетаешь, все, там машина полностью проваливается. 40-е колесо, как будто 29-е, да, даже не 29-е, как самокат. Так что вот так вот, ребята. Саня, я испытали сейчас хорошие колеса, отличные просто. Но чтобы их крутить, да, нужна моща. Да, то есть моща, средства какие. Может быть, сами виноваты, там, да, что-то включили неправильно блокировку. Но разберемся, потом расскажем. А пока вот все вот так вот грустно. В общем. Ну, Саня, что? Его снято. Обратно все поставлено. Вот так вот, короткими перебежками, перетяжками мы движемся обратно. Докуда смогли доехать. Где-то добежал. Вот такая у меня тренировочка. Вечерняя. Добежал, подцепился, подтянулся, так и доехали до дома. Но не без приключений. Разбортовались. Ну, тоже нормально стало, да? Короче, напоследок мы еще разбортовались с обоих сторон. Да, с двух сторон такое колесище разбортовали. Разбортовали колесо. Там осторожно. Под большим углом, короче, встали и разбортовались. Короче, здесь все, взрывать, не взрывать. Попробуем, да. Давай качать. Попробуем качать. Сейчас выглядело, кстати, качать, колесо страшно вообще. То есть оно было все изжевано. То есть на него смотреть было без содрогания невозможно. То есть мы ехали, на нем где-то 30 метров. Разбортовано. Тянулись, вернее, 30 метров, потому что оно было во враге. Мягко. Но все целое. Нормально. Если думаешь, что гусеница может, да, а здесь нет. В общем, все, едем домой. Да, вот такой у нас первый опыт. Всем пока.